День рождения отмечает служба, к услугам которой обращался практически каждый житель Верхневолжья. 10 лет назад в Тверской области открылись первые центры «Мои документы». В честь юбилейной даты в областной столице прошло торжественное мероприятие, на котором присутствовала и наш корреспондент Наталья Чекит. Раньше, чтобы получить необходимые документы, приходилось обращаться в разные ведомства, которые могли находиться далеко друг от друга. Теперь любой вопрос можно решить в одном месте. Региональная сеть МФЦ в Тверской области начала свое развитие в 2010 году. Тогда был открыт первый филиал в поселке Жарковский. Затем центры начали открываться и в других районах Верхневолжья. В то время считали, что это пилотный проект. Нас открывали на территории очень медленно и очень мало. В тот момент у нас было минимальное количество услуг. И постепенно, маленькими шажками количество услуг увеличилось, работа наша увеличилась. И на сегодняшний день объем каждой работы очень. Каждый год в центрах появляются новые услуги, а некоторые из уже существующих стало получить проще. Сейчас центры «Мои документы» Тверской области оказывают более 350 услуг для населения. Конечно, основа многофункциональных центров – это сотрудники. От имени губернатора Тверской области, от всего правительства области, конечно, хочу сказать вам большое спасибо. Вы знаете, губернатор области всегда МФЦ ставит в пример. В пример очень часто другим структурам, другим сетевым организациям, как образец того, как надо работать с людьми, как надо оказывать услуги, как надо относиться к своему делу. Большое спасибо за вашу работу. Отличившимся сотрудникам вручили за добросовестный труд и высокий профессионализм благодарности губернатора Тверской области. Также состоялось награждение победителя конкурса «Лучший сотрудник МФЦ». Им стала главный специалист филиала «Зато Озерный» Марина Акименко. Женщина представит регион уже на всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России» в номинации «Лучший универсальный специалист». Самое главное, наверное, любить свою работу, любить людей, желать им помогать, да, и стремиться к этому. Поэтому я работаю по душе. Мне работа моя нравится, я люблю свою работу. Работа очень интересна. Интересна она тем, что мы охватываем очень большое количество услуг с многими государственными учреждениями. Да, мы работаем с государственными службами. Это постоянно развивающаяся структура, постоянно развивающая организация, которая не стоит на месте. Сейчас все муниципалитеты Тверской области охвачены услугами МФЦ. Всего действует 46 филиалов и 60 офисов, 357 окон приема и выдачи документов. В этом году жители получили в МФЦ более 960 тысяч услуг.